Так, кошелек с конфетным планшетом приготовил, чтобы одеть. Ой, в смысле одеть. Там у меня же это приложение Лукойл. Наконец-то на всех лукойлских заправках сделали, что ты сразу доливаешь, а не сначала идешь и кричишь, сколько тебе надо. Изумительный вид и краски. Так, ну врезал 27 литров под 28. Все, сейчас иду обошлять. Вот сколько влезло. Да, сейчас будет кофе. Шикарно. Погнали. Вот такова жизнь блогера. Ну чё, вот что называется простор дороги. Что-то у меня кадр затрясся. Сейчас я думаю, еще поесть что-то взять. Я нихера не ел. Вообще. У меня ни крошки во рту не было с вчерашнего вечера. Представь. Все, опять горло болело. Опять вчера на ночь антибиотиком закидывался. Ой, мама родная. Так, надо сейчас. Так, это сразу сюда. Так, этот стакан выкидываю. Это немножко вот так. Так, сейчас, секунду. Сейчас перепаркуюсь вот сюда. И думаю пойти посмотреть, что там еще из еды. Ненормально вообще. Вообще не есть. Ну вот, все написал. Такой прекрасный вид. Ладно, сейчас, может быть, схожу, еще возьму еды. Вот. Прекрасные флаги Лукойла.